Значит, жжем литий. Причем сам металл греет. Значит, сейчас у нас... Так, значит, сейчас у нас выгорит масло для начала. Вот у нас выгорает солидол. Вот это выгорает солидол. Это выгорает солидол. Ну не так уж много я пропустил тогда. Лично два ложа. Так, это выгорает солидол, это литий расплавился. И вот, собственно, литий уже начинает загораться, все, солидол выгорел почти, и литий начинает загораться. Ну вот и смотрите, как он горит. Да, вот этим дымом не дышим. Я надеюсь, что у нас тяги его вытянут. Очень сильно прям в нос бьем. Ну а что ты хочешь от оксид лития? Слушай, убери горелку там из-под него. Красиво. Вот, горит очень жарко. А достали все металлы? Так, бумагу из-под него убери, а то он сейчас полезет. Так что это, чтобы он капал на подложку, а не куда попало. А потому что Лиза сидит внизу, а вся Андрея поднимается вверх. Ах, хрен тебе внизу. И вот у нас образовался белый оксид лития, 2О. Это как-то реализовал.